Миллионы гривен для громады города путем исполнения судебных решений. Об итогах своей работы в 2016 году отчитались представители Запорожской местной прокуратуры номер 2. Исполнение более 40 решений суда на общую сумму более 24 миллионов гривен и удовлетворение более 30 жалоб на бездействие должностных лиц органов госисполнительной службы. Таковы итоги работы местной прокуратуры номер 2 в 2016 году. Также выявлены многочисленные случаи уклонения от уплаты средств в пользу государства после соответствующих решений суда. В связи с этим местная прокуратура было распочато ряд криминальных проваджень за статтею 382 Криминального кодекса Украины за фактами умисного невыполнения судових решений. Наразі вже спільно з органами національної поліції, працівниками прокуратури, спільно узгодженими заходами було пред'явлено 9 підозр у вчиненні вказаних правопорушень. Кроме того, за нарушение сроков оплаты за пользование землей с одним из предпринимателей Коммунарского района расторгнут договор аренды. Территориальной громаде города возвращены земельные участки общей площадью почти 3 гектара стоимостью более 12 миллионов гривен.